Выход на лед в Солигорском районе запрещен. Тем не менее, ярых любителей зимней рыбалки это вовсе не останавливает. В Беларуси уже зафиксированы случаи провалившихся под лед. Поэтому спасатели ГРОЧ и СС ВОД Солигорского района провели очередной рейд среди любителей зимней рыбалки. На льду у детского пляжа во время рейда находилось порядка 35-40 рыбаков. Во время проведения рейда проведена разъяснительная работа среди населения по профилактике гибели граждан на воде и льду, в том числе путем распространения наглядной изобразительной продукции. Обращаем внимание граждан, при выходе на зимнюю рыбалку необходимо иметь с собой спасательный жилет, веревку длиной 15-20 метров, заряженный мобильный телефон. Будьте осторожны, помните, что ваша жизнь ценнее и дороже любого улова на рыбалке. При возникновении любой чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101 или 112. По оперативным данным ОСВОД, с начала года на водоемах Беларуси спасено более 200 человек, четверть из которых несовершеннолетние. За нарушение правил охраны жизни людей на водах к ответственности привлечено свыше 26 тысяч человек. В результате утопления при различных обстоятельствах погибло более 300 человек. Луночку делали? Да, конечно. Ну, конечно. Сколько толщина льда? Ну, где-то около 8. Около 8, да. Ну, он, видишь, нарос снег этот, который... Вы имеете в виду чистый снег? А лед был где-то, ну, 4. Спасатели напоминают, выходить сейчас на лед опасно для жизни. Минимально безопасная толщина льда 7-10 сантиметров. И даже в этом случае не стоит забывать об элементарных правилах безопасности. Напомним, что с целью предупреждения несчастных случаев на ледовом покрытии по решению Солигорского райисполкома от 30 ноября 2023 года выход на лед в Солигорском районе запрещен.